Сегодня специально для вас, друзья, я хочу показать вам вот этот огромный, замечательный паб-коттедж. Английский паб, который расположен в старинном коттедже с соломенной крышей. И вот я хочу обратить ваше внимание сейчас более детально на потрясающий английский стиль в интерьере этого паба. Именно такие, знаете, маленькие детали, которые привлекают внимание сразу же. Иногда какие-то находки, как, например, вот прекрасная люстра из обычных банок. Сейчас это уже вошло давно в обиход, и мы даже не представляем, что это именно англичане придумали. Или вот, например, вешалка на стене. Посмотрите поближе. Она сделана из английского мельхиора, так называемая Silver Plate. И это не что иное, как лопаточки для рыбы. И как здорово они здесь придумали использовать в интерьере вот эти вот обиходные обычные вещи. Здесь мы можем даже рассмотреть и штамп. И еще одна вешалка из английских столовых приборов. Мельхиоровые вилки. Ведь, в общем-то, можно кому-то взять на заметку и для себя. Давайте мы с вами неспешно пройдем по этому огромному старинному коттеджу. Посмотрим декорацию, английский стиль. И более детально остановимся на каждой вещи. Времени сейчас 4:10 вечера, и паб этот закрылся. Последние посетители, пообедав, уже ушли, и хозяйка этого паба именно сейчас позволила мне сделать для вас вот эту вот съемку, чтобы нам уже никто не мешал. Английский стиль в интерьере уже давно и надолго поселился во всех европейских странах. И, наверное, он пришел также и к вам в дом. И если вы хотите использовать какие-то интересные находки, то это именно видео для вас. Может быть, вы что-то здесь для себя
найдете и примените в своем интерьере. Еще потрясающая коллекция антикварных вещей: английский хрусталь, графины,